Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас я буду делать вот такой новогодний дизайн. У нас будет свитер вязаный на ногтях. Ногти у меня длинные, поэтому я буду брать два одинаковых слайдера и соединять их на ногти. Будет красиво и незаметно, потому что я потом покрою это матовым топом и посыплю еще и акрилом сверху. Будет вообще так интересно все это, шершавенько. И красиво. Давайте вырезаем вторую половину ногтя, то что у нас закроет елочки, и вот так мы это все приложим вот сюда, вернее, это мы приложим на мизинчик, а сюда мы приложим оленя. Покрываем, делаем белый фон и прикладываем. Хотя, видите, фон белый, даже заметно не было бы, но мне кажется, было бы как-то скучно то, что у кутикулы слишком как-то бело. А вот так, смотрите, мы с вами сами соберем свитер. И здесь тоже у нас будет два слайдера. Добавим звезды на кончик. Сначала хотела ставить френч, но потом подумала, да ну, белого слишком много, лучше сделать все красное и рождественское. И сейчас опять, девочки, смотрите, вот давно не рисовала, но сейчас, смотрите, с первого раза бац, и нарисовала линию ровную. Главное, хорошее зрение, девочки, иметь. И все будет хорошо. Давайте вязать. Навяжем красивый зимний свитер, чтобы было тепло и уютно. Интересно, моим клиентам понравится такой дизайн. Как-то летом я делала такой, только знаете, такой темный цвет морской волны был. И девушка через месяц принесла мне, все было на месте. Главное, знаете, девочки, посыпать это все акрилом и подождать минуты 3 минимум, чтобы акрил прям впитался. И тогда все будет круто носиться. А вот это нужно будет чистить, конечно же, мылом, потому что это белое, это матовое, это шершавенькое. Нужно ухаживать, конечно, за ногтями своими. Даже если у вас не такой дизайн, нужно ухаживать, мыть щеткой свои пальцы, ногти и под ногтями. Переходим к среднему ногтю, также все рисуем. Спасибо тебе, Господи, за то, что я с первого раза рисую эти линии. А то, мне кажется, я бы плюнула и не стала бы делать этот дизайн, если бы мне пришлось бы это все по 10 раз стирать и перерисовывать. Ну, это издевательство, если честно. А если бы я еще тренировалась, было бы вообще, наверное, шикарно. Еще, знаете, девочки, такой дизайн хочу сделать нежно-розовый. Ну, не такой, другой, конечно же. Но вот тематика, что посыпка, свитер нежно-розовый и нежно-голубой. Мне кажется, тоже будет красиво. Ну, конечно, что-то другое нарисовать. Другой тип вязки, наверное. Вот так все. Здесь как-то у нас по-свободному. Прям так пусто. На указательном как-то мне больше нравится. Ну да ладно. Посмотрим, как это будет смотреться. Добавим точек. В общем, девочки, у нас вот такая красота получится. Я добавляю пожирнее, чтобы было, потому что как-то скромненько, пожирнее, покрасивее. Мне нравится, когда этот дизайн такой объемный, толстый. Вот такая красота у нас получится. Если тебе понравился итог, ставь лайк, пиши комментарий, как тебе такая идея на Новый год. Подписывайся, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. У меня челлендж 365. Я буду каждый день выкладывать видео, если я выдержу, конечно же, это испытание, то каждый день буду выкладывать что-то интересное. Мне нравятся мои дизайны, это моя реклама для моих клиентов. Всем огромное спасибо за просмотр.
Мы сейчас посыпем акрилом, и наши ногти будут готовы. Посмотрите, какая у меня ложка огромная. Этой ложки хватает сделать полностью ноготь. Если два ногтя, то две ложки берем. Всем огромное спасибо. Всем пока-пока. Я довольна, мне нравится. Всем пока.